Всем здравия! Вот я решил добраться до коллекции своей пластмассы. Пластмасса, как некоторые называют пластинки. Вот, недавно тут пластмассу новую купил. Ты что-нибудь брал с пластмассы? Не, не брал. А я взял. Так, ну начнем тогда потихоньку. Британский heavy metal. Группа Iron Maiden. Все знаете, наверное, да? Я так потихоньку расскажу, откуда я их взял. Почему их. Распечатал одну пластинку. Это лицензия. Фирма EMI выпускала. И наша Gala Records приобрела лицензию, выпустила. На тот момент полную коллекцию. Качество хорошее. Я сравнивал с ямайской пластинкой. Одну. Не определишь практически, где фирма, где лицензия. Ну, матрицы-то одни и те же используются практически. Так вот. Когда-то, 80-е годы, я выписывал пластинки из фирмы «Мелодия». Раз выписал, два выписал, потихоньку так выписывал, выписывал. Помню, Барыкина Саша выписывал, Кузьму, ну там ДДТ, Алису, все такое вот. И в один прекрасный момент прихожу домой, смотрю, у меня в почтовом ящике лежит письмо. Ну, достаю, раскрываю это. Каталог фирмы «Gala Records». Они как-то меня там чухнули, что я вот могу выписать что-то себе, увлекаюсь. И отправили мне письмо. Вот среди всего прочего были мейдены. Выписал я их все, что там были на тот момент. И еще немного захватил, по-моему, Pet Shop Boys. Потом, если буду еще продолжение делать, покажу Pet Shop Boys. Каком-нибудь из разделов попса. Вот. Первый альбом вообще классный. Я обалдел. Самое первое, что я слышал, это 85 года двойничок концертный. Life After Dead. Он записывался в двух городах. Одна пластинка в Лос-Анджелесе, по-моему, другая. Ой, не помню уже. Вот. В этой пластинке мне что понравился? Звук понравился очень. Режиссер не обрезал низы. Классно вообще пластинка играет. Обалденно просто. Я не любитель крутить темброблоки. У меня полный директ стоит всегда. Люблю, чтобы как воспроизводит аппарат, так пусть он и воспроизводит. Не надо там подкручивать чего-то. Искажения добавляются. Я заметил, особенно по низам. Неестественный звук идет. Ну ладно. Не про аппаратуру сегодня. Второй альбом, завершающий с Полом Диано. Выгнали они товарища своего. После этого альбома говорят, что наливал он только себе, а про друзей забывал. Ну, говорят, что спиртное тут виновато. Сейчас что-то он плохо так выглядит. Инвалид практически. Хороший альбом. Последний альбом с ним. Killers. Тоже несколько вещей здесь есть, которые они откатывали всегда на концертах. Изумительно просто. Записан. Третий альбом, здесь уже вместо Пол Диана, Брюс Диккенсон, которого, по-моему, в 88 году прозвали Сиреной за его вокал классный. И последний альбом с их барабанщиком Клифф Баром. Классный альбом, вообще суперский. Я его для себя ставлю
Ну, где-то на втором месте он у меня. Замечательный альбом, тоже рекомендую. На втором месте. И на втором же месте у меня вот этот классный альбом. Обалденнейший. Когда я его увидел, я сначала не понял, почему он с разворотом сделан. Сейчас вот это я открою. Думал, что-то там две пластинки, что ли, должно быть. Куда еще одну дели? Украли. Оказывается, они любителями были вот такие выпускать с разворотами конверты. Ну, классный такой, глянцевый, качество вообще суперское. В каком-то замке сидят, по-моему, тут. Все песни их. Я помню, с этим, с переводчиком переводил все их тексты. Очень мне интересно было, о чем они поют. Пластинку я не вставляю в отдел специальный, а вот так вставлю, дабы не пробивать вот эту часть конверта. Но не понравился он мне сначала очень сильно. Я вообще в шоке был. Думаю, что это такое-то? Они почему стиль так сменили? Они так на таком темпе скоростном всегда выдавали. А тут тягомотина какая-то. Ну реально, резиновые какие-то песни все длинные. Еле-еле душа в теле. Потом, вот относительно недавно я узнал, что дело было все в барабанщике. Клифф Бар ушел, пришел. Забываю, он Ник МакБрайан. А он, говорят, не мог дубасить быстро по барабанам. И группа ради него сменила стиль. Начали потихоньку играть. Если так можно сказать, потихоньку. Помедленнее. В этом, говорят, все дело. Ну да ладно, на этом альбоме, слава богу, Ника разыгрался, разбарабанился. Альбом классный, суперский. Обалдеть просто. Эту пластиночку я сейчас вскрою. Здесь, как на оригинале, такой же конверт под пластинку. Они повторили на Gala Records. Вот. На предыдущих нет. Я подозреваю, что там руку приложил кто-то из продавцов, ну или работников почты. Ну потому что одна партия пластинок одной студии где-то есть, где-то нету. Я подозреваю, что что-то дело тут нечистое. Ладно, не вставляется, не надо. В общем, такая тематика у них. Какие-то египетские мотивы. Классный альбом. Обалдеть. Вот 86-го года альбом Somewhere in Time. Что хочу сказать я о нем? Читал я рок-энциклопедию. Там что говорят? В середине 80-х метал-группы начали включать в свой арсенал синтезаторы. Не обошло это и Judas Priest. Judas Priest. Не зря я их вспомнил. Да, не обошлись без этого и Maiden. Включили они их в свой арсенал и не прогадали. Одна из немногих групп, как говорят, которые не потеряли свою аудиторию, выпустив такой альбом. Те же Judas Priest с альбомом Turbo, как говорят, провалились. Ну, не знаю, некоторым альбом Turbo нравится у джудиков. Для меня он средненький такой. Да. Ну, у Мейденов я тоже как-то, он у меня, наверное, на последнем месте. Не самый плохой, конечно, и вообще, если сравнивать с другими группами, там, а вот среди их коллекции всей вот выпущенной,
Я его на последнее место ставлю. Все-таки здесь что-то не так. Что-то не то. Вот этот альбом я ставлю на первое место для себя. Это замечательный альбом. Седьмой сын седьмого сына. По-моему, они Грэмми взяли в том году. И Брюс получил свое прозвище Сирена. Здесь тоже вкладочка фирмовая. Тоже сохранилась она, дошла до меня. Классно это все сделано, да? Черт их не. Это их не еще один участник группы. На каждом альбоме присутствует. Хорошая пластинка, да, нравится мне. Это, помню, у меня на бобине этот альбом был вместе, сейчас скажу, вместе со Скорпами 88 года. Да. Следующее произведение Мейденов. No Prayer for the Dying. Не молись за умирающего, да? Или мертвого. Кто более силен в английском, подскажите. Пластинка эта для меня, к примеру, вот, ну, кажется, что она записана как-то на одном дыхании. Все вещи как-то вот, ну, не выделяются, что ли, как-то вот одинаково. И такой это альбом-то, не сказать, чтобы слабенький был. Слушается очень хорошо. Мне нравится. Вообще обалденно. Обложку вот этот я встречаю для этого альбома. Разное бывает. Ну, видимо, в какой стране издается, там кто на что гораздо. Вот на мешке, к примеру, я вижу, продают этот альбом. Другая обложка попадается. Нормальный альбом. Так, не помню, конверт у меня такой тут. По-моему, обычный белый, да. Обычный белый. Вот целый двойничок. Целый двойничок. Какого года? Какого он года? По-моему, 92. Да, 92 года. Хороший альбом. Fear of the Dark. Классный. Единственное, что вот не нравится, полиграфия шатается на одной ноге. Практически стоит. Резкость и так далее. Ну, глянец, да, вот. Крепкая такая пластиночка, упаковка у пластинки. Тексты песен. Состав. Здесь уже гитаристом Герц присутствует. Дэйв Мюррей остался, Адриан Смит ушел. Классный гитарист, елки-палки, так жаль, что он ушел. Стиль сменился, возможно, из-за того, что Смит ушел. Вот. Хорошая пластинка. По три вещи на каждой стороне. Качество из-за этого вообще никак не пострадало, наоборот. Знаете же, да, что чем ближе к яблоку, к лейбоку, тем качество все хуже и хуже становится. Вот эти пластиночки классно в этом плане. Не определишь, где первая, где третья. По звуку вот слушаешь, и одинаково звучит все. Тарелочки звенят, они шипят. И вокал также не смазан. В таком стиле ихнем ужасном. Да. Ну, это вот все. Последняя пластинка, что у меня есть. Больше почему-то я не приобретал. Но время еще есть. Да, ну, может, что-нибудь еще. А, вспоминал же я этих приставов, да? Тоже англичане. Давайте покажу. Немного у меня пристав есть. Чуть-чуть совсем. Тоже отличная группа. Я вот не знаю,
Вот реально говорят, что они всю дорогу были вторыми за Мейданами. Ну, не знаю. Мне сложно как-то их разделить. Суперская вообще группа. Вокал. Халфорд это для меня, ну, если не самый лучший, то на втором месте точно. На первом не помню кто. Это Sony Music выпустила пластиночку. Кстати, про Sony Music. Классные делают они пластинки. Супер. Масса у них отличная, не шумит. Треска нет. Есть же вот случаи, да, покупаешь новую пластиночку, достаешь, пылинки сдул, поставил, а она с песочком уже изначально. Вот, у Sony Music такого нет. У них классно все в этом плане сделано. Так, это какого года? 81 года. Я помню, у меня на бобине были 81, 82 с обеих сторон. Одинаково ценю эти альбомы. Вот из них у меня пока только вот этот один есть. Следующий будет обязательно, без всяких сомнений. Так, дальше у меня идет 84 года альбом. Defender of the Fate. Классный альбом. Обалденный. The Sentinel. Завершающая вещь первой стороны. Классная такая. Прям аж. Ух. Огонь. Тоже Sony Music. Качество такое же. Отличное. Просто суперское. Да, лейтбак такой же. Единственное, что мне вот не нравится, да, в некоторых изданиях одна сторона, вот опись песен, первая и вторая сторона, а на второй просто какой-нибудь рисунок. И прежде чем поставить пластиночку на вертак, нужно внимательно прочитать, где эта первая сторона, где вторая, чтобы не ошибиться. Как я вчера Queen включил, первый альбом. Пришли мне вчера пластинки. 4 штуки. Вот, зря я так сделал, конечно. Нельзя так стучать, пробивать. Да, включил, да не с той стороны. Думаю, что у меня Liar звучит самая первая вещь. Она же на второй стороне вроде как должна быть. Ну вот именно по этой причине, что вот такие вот лейбаки иногда попадаются. Ну да ладно. Следующая пластиночка. Рамит Даун 87 года. Вот это первый альбом Джудиков, который я услышал. Класс. Вообще супер. Я понял, что для меня это еще одни Iron Maiden. Да, они вот действительно чем-то похожи немного. Стиль такой железобетонный, прям как бух. Класс. Непробиваемый. Неоспоримый ни с чем. Это CBS. Это оригинальная пластинка. CBS. 88 года выпуска. Качество. Ну, вроде бы ничего. Но по мне так низов не хватает. Вот хоть ты тресни, а низов мне вот хочется, чтобы побольше на ней было. Все-таки это... Ну, стиль такой, надо, чтобы диван, на котором ты сидишь и слушаешь, он чтоб немного, но вибрировал, да? Интересно сказал. Вот, Painkiller, самый крутой для меня альбом. Обалденнейший просто. Супер. Ай, еще раз хотел сказать, обалденный, супер, просто пупер. Так, он у меня здесь вот так вот упакован. Я не вставил сюда. В эту вкладочку классную. Я ее берегу. Надо и с теми тоже разобраться. Выписать конвертики вот такие. И в них хранить. Пройдут года и сам себе спасибо скажешь, что именно так хранил.
Вот такой вот улыбачок. Тоже Sony Music. Это, кажется, Германия, да, выпуск в Германии был. Сейчас я прочитаю. Сейчас я найду. Так. А, УК. Ну что, Британия, что ли? United Kingdom. Объединенное королевство. Я почему-то думал, что германский альбом. Так, ну-ка, здесь поглядим. Интересно мне, товарищи дорогие. Так, 90-го года. Я все вспомнил, 91-й или 92-й. 90-го. Ну, Германия. Да, Германия. Германцы молодцы. Да, вот Германия. Made in EU. Евросоюз. Классный альбом. Вообще, не пожалейте. Я его хотел выложить себе на канале, оцифровать. Ну, что я сделал? Он у меня и минуты не продержался. Его забанили, сволочи. Не знаю, что банят, а? Ну, вот монетизации никакой. Деньги я с этого не зарабатываю. Ну, что банишь? Ну, что ты банишь? Робот там сидит, что ли, этим занимается? Вот на такой грустной волне я заканчиваю сегодня свой обзор. Ну, если понравится кому такое вот дело, я, наверное, много это языком, да, ля-ля, тополя. Ну, если что, пишите в комментах, буду исключать все эти ля-ля-тополя. Буду чисто винил показывать, да, говорить, нравится, не нравится, и все. Ну, джудики, кстати, я буду еще выписывать. Я на мешке их беру. Еще другие источники. Машина Рекордс, на Валберис я брал тоже новые альбомы. На Озоне есть, вот как-то подглядывал, я хотел Назарет выписать, но не стал почему-то, взял на мешке. Вот Назарет и сразу три штуки, я, по-моему, туда брал. Вот. Ну ладно, завязываю, а то время идет уже, вон за 20 минут перевалило. Пишите комментарии, стоит продолжать, не стоит. Вот такие дела. Всем всего хорошего. До свидания, товарищи, друзья мои.